Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Мы продолжаем играть в игру Walking Dead, эпизод 3. Я рассчитываю закончить эпизод в этой серии. Не знаю, чем он кончится, но буду надеяться, что менее драматично, чем события всего эпизода. В прошлой серии мне пришлось застрелить Дака, так как его укусили, а Катя застрелилась сама. Я думаю, стоит поговорить с Кенни об этом. Осталось нас всего ничего. Я, Клементина, Кенни, Чак и Бен. Что ж, поехали в саванну, узнаем, что нас там ждет. Пойдем искать Кенни. Долго его искать не надо. Блин, такое пережить. Ну хотя бы не сам застрелил. А то бы он совсем сдался. Что там с картой опять? Куда вы дели фото? Не хочешь мне карту давать? Давай поговорим. Ты все еще хочешь уплыть на лодке? Не знаю зачем. Есть ли смысл? Ты теперь один. Куда ты собираешься плыть? О моем прошлом. Не знаю, что ты хочешь поговорить. You told us it was your parents' store back in Macon. That was enough personal information. I'm sure Cat would be okay with you. So forget it. Okay. Ну хорошо. Не знаю, что вы обсудили, но есть какие-нибудь карты? Ну да, справа от тебя. Are there any maps up here? I don't know. I just want to look over one with Clem, so she has a lay of the land once we get to Savannah. А, ты решил последовать совету Чака, да? Ох. Переживаешь? Так вот же карты. Может быть, ты возьмешь хоть одну? Не, ну я понимаю, конечно, тебе плохо, но... Мне тоже нужно. Ну ладно. Раз ты не хочешь делиться пространством, я пойду осмотрюсь. Бен... Тебе, по-моему, пофигу на все. Че ты тоже грузишься? Hey. Нас не так много осталось. Yeah. You, me and Kenny. Clementine. The homeless dude, if he sticks around. Мы все бездомные. You know what I mean. There's not much use in describing people by who they were. Yeah. Guess not. Что ж, Карли не должна была погибнуть. Не знаю, зачем тебе это говорить. Как-то угрожающе это было. Как будто ты не против того, чтобы застрелили Бена. Что там за кровь? А, это место, где Катя сидела. Клементина. Нам надо, видимо, поговорить. Бутылка виски. Откуда она здесь? Наверное, с Кенни стоит поделиться. Матрас Чака. Что это за рюкзак? А это рюкзак Чака. В прошлой серии он сказал нам, что... Что надо подстричь Клементину, чтобы ее не цапнули ходячие? Думаю, стоит прислушаться. Неплохой совет. Насчет оружия. Ну, не знаю. Посмотрим. Давай поговорим. Ты не против? Okay. What should we do? Well, we'll figure out a plan for when we get to Savannah. Teach you how to protect yourself and tidy up a little, so you can't get grabbed so easily. I'd like that. Good. Да ты совсем не против? Что ты думаешь про Чака? What do you think about Chuck? I don't know. Me neither. He might be an okay guy though. You think? We'll keep an open mind about him.
Clemens probably had it pretty rough. Так. Ты должна знать, как защищаться. You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? Got it. I mean, with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Мне кажется, она слишком маленькая для пистолета. Don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top, through that notch. Line up the sight at the end with your target. Is there anything else I should know? Мне кажется, в поезде не лучшая идея. Набираешь воздух, задерживаешь дыхание. Make sure you're not breathing too hard. And then hold your breath right when you pull the trigger. Like when I'm swimming? No, just for a quick second. I found that if I did that, it was a lot more accurate. It's tough, but it'll help. I can do that. Okay. Может дать ей банку? О, отлично. Ты читаешь мои мысли. Good. Но в поезде это очень сложно. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly, and I'll cover your ears. Nice and easy. You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Да, Клементина. Yeah, you do. Левее, правее. Я отсюда не вижу. Просто не шевелись. Close. Now keep it steady. Блин, что значит выше, ниже? Я не вижу. Давай, не шевелись. Мимо. Значит, выше. Не шевелись. И выше. О, отлично. Довольно? Надо будет на зомби попрактиковаться. Что, еще одну? Ты постоянно опускаешь ей локти. Левее. Okay. И не шевелись. О, молодец. Nice. Как думаешь, попадет с первого раза? Она опять не держит локти. О! Yeah, you did. Good job. Красавица. I was holding my breath, and the gun didn't shake so much. See, you did good. They're not walkers, though. No, far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to walkers one day. Okay, I feel good. Not so scary, huh? Nuh-uh. Nuh-uh. Блин, не хочется, конечно, тебя приучать к взрослой жизни, но, видимо, придется. Мало ли что может произойти в будущем. Поговорим или сразу подстрижем? Давай попробуем поговорить. Оглушило. Ну и паршивый день. Ну давай этот вариант посмотрим. Конечно, взял бы. You're damn near starved with me. I'm glad I came with you. Если бы ты ее не взял, она бы там погибла одна. Так, прическа. So you're probably not gonna like this. Oh no, what happened? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? No. As it does, kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it, and I got mad? Yeah. Well, that could happen again. Вы запомнили этот момент, когда Энди схватил ее? Just a trim, right? I need to cut it short enough so that it can't get grabbed. Okay. Ты готова? Ну что, подстрижем тебя. Mind if we do this now? I guess not. Don't mope. It's a good thing. Хм.
want to do this? Не особо. Да, еще бы. Yeah, of course. I don't believe you. Well, good. Good? Means you know when someone's lying to you, which is another valuable survival skill. So you did kill someone before. Ты тоже запомнила это. I'm glad you finally told me. Me too. You've killed lots of things now. It doesn't even matter. Правильно. Мне нравятся эти эмоции, которые они испытывают. Такие живые, хоть и игрушечная графика. Ну да, наверное, ты права. You're right. Before all of this, I was sent to jail, you know? Did people ever go to jail when they shouldn't? All the time. Okay, I think I'm about done. I can probably tie these pieces back with something. Here, I have some hair thingies. You do? Yeah, Lily gave them to me for sleeping. Это когда? Я даже не видел. Does it look dumb? No, you look cute. And a lot harder to grab. Похоже, ты расстроилась с авиновой прической. Ну ничего, Клем. Зато так будет безопасней. Реально забавно смотрится. Ну что, пойдем попробуем дать выпивку Кенни. Почему бы нет? Ему стоит расслабиться. Эй, Кенни. Будешь виски? Что, ты не хочешь виски? Обалдеть. А я хотел с тобой поделиться, чтобы ты немножко развеялся. Ладно, походу придется дать это Чаку. Ну, это глуповато, но... Держи, Чак. Before too long. Ну get that hair sorted. Yeah, don't think she cares for it. She will. Ты hey, бутылку мне забирать хочешь? А, или ну ты нажимаю. Damn. Didn't realize I had it left. Thank you. Ну и что мне это даст? Он бы сам мог достать. Нет, спасибо. No, I'm fine. Suit yourself. Ты уж прости, но ты бездомный. Anybody in there want to share a drink? You let 'em know. Will do. Мне кажется, Кенни стоит выпить. Hey, yo. Йоу. Пойду Кенни скажу. Кен, иди бухни. Chuck wanted to know if you needed a drink. He's got some. Да, есть. На донышке, но есть. Yeah, блин, ради того, чтобы взять эту карту, мне пришлось идти за бутылкой, отдавать Чаку, а потом говорить Кенни. Пойти посмотреть на них. Thanks. А, все? Ты уже успокоился? Видимо, мне надо поговорить с Клементиной по поводу карты. I'll talk it over with Clementine. Make sure she's got a sense of things by the time we arrive. Good. Ну, чтобы мы решили, куда мы дальше будем двигаться. It was me. Huh? В смысле? I was the one giving the bandits supplies. Ах ты урод. What? Из-за тебя погибла Карли. Ох ты придурок. It's all my fault. Ты понимаешь, что... О, господи, Бен. Jesus, Ben. Ну что я сделал, не убивать же его. Friend, just stop. Fuck. Can we even trust you? Yes. Why'd you have to go and tell me that? I just... No, just don't tell anybody. You can't take any of it back, so don't. Окей. Okay. Капец, Бен. Из-за тебя Карли убили, из-за тебя Лили
пришлось бросить. Придурок, из-за тебя вообще напали на нас. Вот ты урод, а. You still wanna talk to me? Да не хочу я с тобой общаться. Не очень. Not really. I didn't think so. Ну все, короче. Я за тобой слежу. Просто шел к Клементине, он меня позвал. Капец, Бен. Мы тебя спасли, а ты... Клементин. I'm sorry about your hair. I think it looks cute, though. Нам надо подумать. Нам надо подумать, где мы в саванне будем. Me too. And what we're gonna do when we get there. We don't know what to expect. The city could be bad or totally under control. Хорошая карта. You and I, we're a team, you know? And a team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. Зачем? Непонятно. Good. Чтобы она думала, знала, что делать будем. Не знаю, нам стоит идти своей дорогой. Родителей уже нету, наверняка. На лодку я не особо хочу. You'll be fine. Okay. Can we at least look for my parents when we get there before we go? Хорошо. Если ты хочешь поискать. Хорошо. Okay. We'll look for them. But then we're moving on. Really? Yes. Of course. I'm sorry. Let's look at the map. If we can figure out where they were, we can start there. Okay, let's. Looks like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. Unless Savannah is somehow walker free, we know we want to stay out of town. Are we going to have to live in the woods? You don't like the woods? I don't like the woods. Well, what I think we should do, after we look for your mom and dad, is head north, keeping water, the ocean on our right side. So we can't get surprised by walkers. Exactly. I like the beach. Good. Отлично. The chunk of Savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's, Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. A lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the, something Mar. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it! So we'll head there. Yes! You think we have a good plan? I think it's very good. Что ж, мы вселили в тебя надежду. You know. Что значит поговорить? Ну, конечно, разговаривай. Go ahead. All right. How do you feel? Что это значило? Даже не знаю. I'm glad we have a plan. And you're a good little shot. Thanks. I guess we should see how far. Oh, shit! Hold on, everybody! Что там опять? Блин. Какой серьезный чак. Что там? Кини. Ого. Это серьезно. Что будем делать? Тихо, тихо, не кричи. Придурочный. Maybe we could walk. That's fucking stupid, Ben. I'm just saying. I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. Да, в этом ты прав, Кенни. Это может быть бензин. This a crew here. Тихо, тихо, парни. This. Yo, you keep screaming like that, and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. Вы-то еще кто? Нет, мы дружелюбные. No, we're friendly. Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there,
We won't let them escape. Блин. Их, конечно, там двое сейчас, но мало ли их там толпа опять. Кинни, давай переговорим. В смысле? Это все? Блин. Почему всегда я? Почему всегда я везде лезу и всегда я разбираюсь? Ай, ладно, пофигу, полезли ли. Разберемся на ходу. I guess you'll have to find out. У тебя есть пушка, не переживай. A group of guys is what we need. They're what you think we need. Для чего мы вам нужны? For now. What about when? Stop it. Hey, dude, I'm Omid. Omid. Krista. What's the deal with the train? We're driving it. Oh man. Гениально. Так, ну давайте попробуем. Хорошие люди нам пригодились бы. Попробуй с ними по-доброму сначала. Опа. Клементина, ты зачем сюда залезла? Слушай, Амид, не увлекайся. This is great. See, things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? А ты чересчур прошаренная, я смотрю. No, he's not down there. Huh. What's your story? Может, вы о себе расскажете сначала? Я был с ней с самого начала. I came across Clementine alone. First day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there, they're cool? Да, они в порядке. Не знаю, Кенни потерял жену и ребенка. Давай тебе скажу сразу, чтобы знали, что вас загасит, если что. I don't know, four? Maybe 2 hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. That train is awesome, though. That tank is your real problem. We'll help you with it, but if we see anything we don't like, we're moving on down the road alone. Не вопрос. You can't just blast through it, I guess. Мне этот план нравится. The rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Что ж, ребята, вы согласились присоединиться, но если вам что-то не понравится, вы просто уйдете. Это отличный план. Меня он устраивает полностью. Так, и что вы хотите отцепить, я не понял. Цистерну? Но если она упадет? Искра, пожар, взрыв? Не переживайте. Грузовик МЧС. Отлично, здесь могут быть припасы. Интересно, давно вы здесь? И для чего мы вам нужны? Только для прицепа? Ладно, я думаю, мы разберемся по ходу. Но с Клементиной мне понравилась идея. Найти ее родителей, поискать ее родителей хотя бы, чтобы она успокоилась. Пройти через саванну. Не знаю, может, мы действительно их встретим? Как бы кто знает. Может, они выжили. Но навряд ли мы их в большом городе найдем. Как-то я сомневаюсь. Ладно, давайте осмотримся, что это за место и что нам тут сделать можно. Карантин. Целая фура. Что у нас с цепкой? Так просто ее не отцепить, да? Так, генератор. It's empty. Пусто. Давай посмотрим, что у нас в грузовике есть. Думаешь, они пытались на этом фургоне выбраться? То здесь одни дорожные знаки, конусы. Скотч? А скотч пригодится. Наверное. Не знаю для чего. Что ж, думаю, Клем, ты же со мной спустишься? Я думаю, с вами переговорить по-быстрому. Давайте поговорим. Let's go talk to your people, man. Oh, me. What? Ну хорошо, ты прямой, а ты чересчур подозрительная. Am I gonna have to tell your people the plan or what? Ага, все-таки ты хочешь, чтобы я рассказал. Пойдем, Клементин, расскажем им. Guys, this is Omid and Krista. Not big on welcomes. Like I said, we could use some good people. Say your train is pretty cool. But we are not looking for charity.
Мы собираемся срезать эту цистерну. Plan is to cut that tanker down and be on our way. Seems like plan enough to me. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. Зачем? Why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. Итак, Амит и Кристи, или Криста, присоединились к нам. Чек, Бринкэш. I'm glad someone's managed to keep the spirit. Это хорошо. Музыка всегда лишней не будет. Творчество, оно такое. Оно помогает отвлечься от реалий. Что ж, они присоединились к нам. Амит уже кентуется с Кенни. Зачем тебе разговаривать с Клементиной? Мне это не нравится. Ты сейчас у нее вынюхаешь все. Петрация. I guess it's good Clem's got a woman to talk to. Пока я не знаю, чего хорошего. Yep. She set off any alarm bells? Not yet. She's very thorough. That's what I like to hear. Ты, говорит, ее допрашиваешь? Ну, может быть, это и неплохо, что они разговаривают. Давай поговорю с ней. That's a pretty useful radio for her to be holding on to, no? It's Нет, busted, нельзя ее забирать. But it means something to her. Oh, I understand. Вы откуда, ребят? Where are you from? San Francisco. Jeez, неплохо. Long way from home. I blame the one in there. He wanted the great American road trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is into Civil War history anyway, other than old white guys? Wonderful. You two be thick as thieves. Тебя тоже интересует эта лида? О чем вы там спорили, ребят? What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. Не ври мне. If you're gonna be around for a while, be good to know what baggage you got. Then maybe we won't be around for a while. Зачем тогда мы вам? Что значит не оценила ваше вмешательство? Я слышал, что мы вам нужны. А для чего мы вам нужны? Будь добра рассказать. Не представляю, как нам спустить эту цистерну. Maybe ask Omid. He likes to break things. Ну так, на всякий случай. Она теперь умеет стрелять. You got this girl shooting guns? Конечно, давал. Look, I don't need a lecture. You aren't getting one. It's good. She should be able to take care of herself. Что ж, неплохо. Ого, у нас там вокзал. Так, пока с вокзалом подождите. Поговорю со всеми остальными. После этого осмотрю. Еще больше дерьмо. This would create one hell of a fireball if we tried to blast through. Мы не поедем через нее. Ладно, давай ли поговорить со всеми, а потом быстро осмотримся и сходим на вокзал. Думаю, стоит закончить эту серию, вернее, этот эпизод в этой серии. Бен, ты там как? Got a clear view up there? Yeah, we're good for a ways. Thank God. We need someone, anyone, to come along and... Ты в это веришь? Их слишком много. Сплотиться надо, Бен, сплотиться. You, me, and now Chuck. Who knows what these new people have planned? There are gonna be a lot more walkers to take care of. Я понимаю, что ты нас реально опрокинул. I'm telling you, Lee, if they ever get a hold of me, and I know I'm not getting out of it, that's it, man. I'm just gonna punch my own ticket. Punch your own ticket? Yeah. Take myself out. Застрелишься. Don't be dramatic. Я тебя понял. Ты, конечно, кинул нас. Ну, а на кого еще рассчитывать? Мы давно уже вместе. All this power and we're still stuck. Что нам расскажут Кенни с Амидом? Ты все сидишь, Кенни? I don't know what that does yet. Don't touch it. I said don't touch it, jackass. Ты чересчур легкомысленный. Ты напоминаешь мне Дака.
только более взрослого. Teaching him anything? Trying to. Что ж, понятно, почему она такая подозрительная. Ты чересчур балбес. Давай поговорим с тобой, что ли? How could it not be? Изучаешь азы? Learning the ropes can't be too hard, right? There are a lot of levers I can't wait to use. I said if something were to happen to me, maybe we can drive in shifts. We'll see. Ты слишком торопишь события, Амит. Как вы, ребята, смогли забраться так далеко от Сан-Франциско? Dangerously normal. Krista doesn't let us join groups, and I'm a fucking scrapper. I got the feeling she takes care of you. Так и есть. I've saved her ass hundreds, tens, sometimes. Сотни, говорит, несколько раз. Любишь историю гражданской войны? Civil War history, huh? Давай поболтаем, может, подружимся. Well, it happened about 1,000 miles that way. Well, yeah. And we're headed the other way, but if it's somehow not crawling with the dead, there should be some cool things to see. Excellent. Don't tell Krista though. That won't be as big a selling point for her. You got it. Она не разделяет твои увлечения. Как давно ты не был дома? How long since you've been home? Like 6 months. We were on the road for a while, and then, you know. That's rough. Полгода. Our cat is gonna be pissed. Talk to you later. Нашему коту, говорит, не понравится. Его уже не так давно. Что ж, я думаю, стоит отправиться на вокзал, посмотреть, что там есть. А ты один туда пойдешь, Ли? Блин, ты ненормальный псих, пойдем. Can I follow you over there? You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team, like you said. Клементин, но это немножко небезопасно. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Ли, тут я как бы решаю. Негодяй. А если тут зомби? Они сюда, может, даже и не ходили эти. Криста и Амит. Криста, не знаю, пока не запомнил. А, нет. Кто-то был. Survivors Inside. Выжившие внутри. Это либо они, либо кто-то еще тут был. Клементина, ты где? Тебя не вижу. Ты потерял. Что там за надпись? Просто посмотрел, и все. Блин, Ли, ты меня удивляешь. Ты раньше болтал просто без умолку. На каждую надпись, на каждое, блин, действие у тебя разговор есть. С самим собой. Краска. That paint has been dry for months. Значит, тут уже давно никого нет. Но надеюсь, тут хотя бы ходячих не будет. Куда она убежала, блин? Я не вижу ее. Вон она. Непоседа. Куда ты? Торопыга. Так, эстакада. You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Все правильно сказал. We'll get better at working together. Что придумывать? У тебя ключ в кармане. Костыльный. Шибани один раз, и все. По той стороне ничего нет. Что за надпись? Не входить, нарушители будут наказаны. Ну да, актуально. Еще одна надпись. Сос. На той стороне что-нибудь есть? Погрузчик? Я думаю, ты не сможешь его завести. Like ну, смысл тогда на нее смотреть было. Клементина? С тобой можно поговорить? We'll have to find a way in. Что ж, дверь? Попробую открыть. Никак. Мне кажется, она заколочена изнутри. Опа. Окошко. Maybe I could look in? Блин, это небезопасно, Клементина. Ладно, другого выхода нет, пойдем. Sounds good. Если увидишь что-то странное, то сразу говори. Okay, I can see in. What do I do now? Рассказывай, что ты видишь. What do you see? Lots of crates and stuff.
Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I think I opened it. Да? For real? I think so. Молодец. Что там? Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Заботливая маленькая девочка. Так, подожди. Надо сначала осмотреться. Damn, it's dark in here. Maybe I can hold the door open? I don't like that. I'll prop it open with something. Мало ли тут кто-то есть. Это было бы плохо. Гвоздодер. That thing was in my hands instead of over there. Почему кончается время? It's too dark otherwise. It's too dark in there. Yeah. We should prop the door open with something. Это типа страх, шкала страха? Не понял. Ну ладно, буду разбираться. You okay? Ага. Переживаешь, да? Так, а если попробовать ключом подпереть? Отлично. Всего-то. Теперь ты спокойна? How we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the taker out there. Но тут же был гвоздодер. Я же видел. В смысле, там гвоздодер? Ладно, я этого не понял. Давай разбираться. There's gotta be something useful in here. И ты положил единственное свое оружие, холодное. There's some space up there, but not much. В проем, чтобы было светло. Here we are. Подожди пока, Клементин, ты туда не полезешь. Кровь? Точно, тут кровь. Блин. Что там? Паяльная лампа. That's exactly what we need. Over there? Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. Ты хочешь цистерну отпаять? They didn't have much business back then. Блин, а решетка, как всегда, закрыта. Locked up good. Мне, походу, придется Клементину закидывать. Да, Клем? Ты сегодня у нас герой. Пойдем. You okay going over the top of this fence? Хотя это небезопасно очень. Go on and grab ты же обратно не вылезешь? Come on, scoot. Что? Блин, неужели там ходячие? Охренеть. Пистолет. Два? Отлично, блин. Давай, назад. И хватай. Давай, лупи. Первого. Второго. Ли, быстрее. Блин. Ли, давай, Ли, держись. Ну давай. Давай. Отлично. Фух. Все. Клементин. Ох ты, бедненькая. Успокойся, все хорошо. It's okay, it's okay. Everything's fine. Даже не пришлось стрелять. Все, успокойся. Сейчас я положу гвоздодер на место. Ох ты же, блин. Пистолет. Мне надо быстрее пистолет у нее. Блин. Надо было пистолет у нее хватать, застрелить и все. В смысле, заперто, открывай, дурак. Что, девочку захотел? Блин, откуда они столько? Целых трое. That didn't go so good. No, it did not go so good. Блин, слава We're богу, okay. Что они с этой стороны были. Everything's okay. Так бы ты попалась. Тебе даже не пришлось стрелять. I thought I heard a gunshot. We're fine. Почему вы не сказали, что тут есть ходячие? We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Ну да. Да, мы справились. Yeah, it looks like. What if you hadn't?
Ну, я хотел кого-нибудь с собой взять. That's a good idea. Что? I hope you know what you're doing with her. Да, я знаю, не лезь в свое дело. Мы все еще живы, не так ли? Still alive, aren't we? Yeah, you are. Так что давай. Я не лезу в твои дела, а ты не лезь в мои. Чересчур нагло с твоей стороны. Это ты к нам присоединилась, а не мы к тебе. Так, тебе сейчас не темно уже? Не страшно? You sure you're okay? Yeah, I'm a little shaky. It'll pass. Не переживай, все будет хорошо. Ты справилась, даже не пришлось убивать никого. Видишь, не так уж все и страшно. Там дальше ничего нельзя взять. Видимо, только паялку. Тяжеловато, да? What did we learn? I'm not ready for a gun. Мы научились тому, что везде опасно. Мне кажется, надо об этом сказать. We'll get better, smarter, and faster, okay? Okay. Отлично. Ну что, Клементин, пойдем? Мне эта Криста не очень нравится. Криста. Блин, все запомнить не могу. Посмотрю потом, когда монтировать буду. Ну что? I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Тебе лучше бы посмотреть везде, полазить. Я быстро осмотрюсь, если что-то интересное покажу вам. Давай поговорим насчет того, что случилось на вокзале. Не знаю зачем. We were trying to get used to being on our own. Clementine and I. So you take her into a dark, boarded up building to build character. Причем тут важность? Exactly. I think it's a good idea, figuring stuff out for yourself, for what it's worth. But be smart about it, though, you know? Teach her to scan the area for things. You two should never be looking in the same spot. That's a waste. Stay the hell out of places like that building over there, especially if you don't have more than one way to get out. And be more afraid of groups of living men than dead folk. That we know. Omid and I are still alive because we're two, not six, or eight, or ten. I don't believe in strength in numbers, and you shouldn't either. Нет, ты меня не переубедишь. Мне было комфортнее, когда у нас была группа из 10 человек, а не как сейчас. As soon as that thing comes down, we'll be on our way. Yeah. And I hope we won't have any more trouble out of you. I promise you won't. Мне кажется, он раскаялся, больше не будет косячить. Хотя из-за него, блин, убили Карли и... Кенни, ты со мной даже говорить не хочешь. Из-за него убили Карли, блин, и пришлось скинуть Лили. Ладно, пойдем отпаивать. Единственное, чего я боюсь, что она упадет и взорвется. Кто знает. Think this'll work? Dude, you're cutting metal with fire. How could it not? Странный ты. Ну ладно. Почему она заботится о тебе, только не понимаю. Вы вместе, что ли? Блин. What's that? The hose has a leak in it. Turn it off. У тебя скотч есть. I don't want my eyebrows burned off. Better plug that leak with something. Мне вот это смущает, что тут знак огня опасно, а ты с огнем. Давай, Лей, заклей. Не зря же я скотч нашел. Что ж, поехали. Отлично. That's crazy. Блин, я переживаю, что она сейчас взорвется. Воу. Воу, thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. Так нафига? Нафига тогда ее отпаивать, если она может упасть? Здесь-то ты ничего не сделаешь. Блин. Мы рискуем, да? Ну а что остается? Только это. Не может дотянуться. Что ты предлагаешь? Может быть, с тобой можно что-то решить? Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine?
No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are? Это смелый парень. God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Сам вызвался к нам присоединиться. О-о-о-о, вот это да. Вот это история. Капец. Ребят, нам надо поскорее это сделать. Охренеть. Давайте быстрее, ребят. И надо валить отсюда. Воу. Давай. Осторожно, только не взорвись. Отлично. Так, давайте, ребят, залазьте. О-о-о, вот это да. Мы успеем. Бежать, что? Ты что, ее скинуть хочешь? Лестницу сбили. Так, отлично. Давай, Амит, прыгаем. А что остается, Амит, только прыгать. Давай. Ну что, ты готов? Прыгай. Блин, придется тебя пнуть. Ох, Ли. Ох, Амит, ну ты, блин, придурок. И ты за ним. Что за люди, а? Придется их вытаскивать, походу. Давай, Ли. Надо было пнуть его быстрее, блин, сам упал. Кого потянуть? Тебя, ты слабенький, давай. С поломанной ногой. В смысле нет? Да она нормальная, она же бегает вон. Фух, отлично. Я думал опять выбор. Ничего, Мит, переживешь. Давайте, ребятки. Да, капец, было много. У меня есть скотч, не переживай. Что ж. Саванна? Мы наконец-то добрались? Красота. Надеюсь, Амит не обидится. И Кристи. На то, что я первым вытянул Амида. Что, видимо, этот эпизод все-таки закончится в этой серии. Мы с Клементиной стали ближе. Это хорошо. Кенни, походу, поедет на лодку сразу же. О, рисунок. Там, по-моему, Кенни был нарисован. Кенни поплывет на лодке. Что будет делать Амит, Кристи? О, это же да, Катя. Блин, она скучает. Атлантика? Я думал. Саванна? У Чака свои планы. А Бен хрен знает. Make their own call. Да, ты прав. I'm sorry. We made a plan. We talked it through. Не знаю, ты будешь в порядке, Кенни. Надо тебя поддержать просто и все. Ты не хочешь с нами? Просто не хочешь с нами, ну прости. Лодка это глупо. Может быть, стоит подарить тебе рисунок? Рация. В смысле? Привет. Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I mean? В смысле? Ты еще кто? I thought that fucking thing was broken. So did I. Who the fuck was that?
He's convinced Clementine that he has her parents. Y'all might want to rethink your plan. Да, это в корне меняет дело. Если он позвал в отель у Маршей, а там он один, и родителей там нет. Что будет в следующем эпизоде? Пока все живы. You wanna get on a boat? You wanna wait around till the walkers figure out we're here? We can still leave, Clem. Just you and me. But Savannah's more dangerous than I thought. Все-таки там опасно. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Вы что, его золото не смогли? If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! Да что это за урод такой, а? So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? Надеюсь, Клем объяснит мне. You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. Да кто это такой? Капец. Блин, мне теперь интересно пройти дальше. Что, глянем на статистику. Сладкая милосердная смерть. Вы 59% не убивали девушку на улице. Это та, которая звала в аптеке. Брошенная вы бросили ли? Всего 42% бросила ее. Спору вы дрались с Кенни? Ну, 44% только уговорили его. Тяжкое бремя вы пристрелили, Дака? Да. 79% и я. Пристрелили его. Рука помощи. Вы помогли Амиду? 55% помогло Амиду, а не Кристи. Так что все хорошо. Ничего страшного. Ну ладно, ребята. Думаю, на этом закончить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ждите следующую серию. Скоро продолжим. И всем пока.